Глава третья книги пророка Ездры. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме, и встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по числу каждого дня, по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжения постоянные и в новомесячье, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжения Господу, а храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло, седонянам и тирянам, чтоб они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц, Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало. И поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил, и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в доме Божьем. А также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами, и левитов сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их, плакали громко. Но многие восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко.